А вы представляете, какой шок вообще? 15 генераторов привезли наши литовские братья. Вот, загружаем, продолжается загрузочка. Благодарим литовцев за генератор, благодарим за поддержку, спасибо вам, литовцы. Благодарим литовцев за поддержку украинской армии. Спасибо большое литовцам за поддержку, я передаю эти газовые баллоны, как просили нашим военным. Спасибо. Большое спасибо, огромное. Сейчас к нам приедут наши герои военные, которым мы передадим этот прекрасный, шикарный генератор. Большое спасибо литовцам за то, что беспокоятся не только о людях, а еще и о животных в Украине. Непосредственно вот передали в гуляй-поле. Вот такие тут собачки у нас. Вот такие с Литвы нам попередовали, дети Литвы передали детям с Украины. Дням из Украины капеланский батальон сегодня передает этот генератор нашим военным. Большое спасибо нашим литовцам за этот генератор. Большая нужда сегодня у военных в этих генераторах. Так что большое спасибо. Пускай вас Бог благословит. Слава Украине. Героям слава. Сегодня мы еще передаем вот такой генератор нашим войсковым. Это от братьев литовцев, пастора Рамунаса и все, кто там прилагал усилия. Благодарим вас. Большое спасибо братьям литовцам. Которые нам, которые нам помогают, нашим украинскому народу, армии, ВСУ. Особенно большое спасибо лично областной бригаде на такой корпус. Лободе нас, братья, встретились с нашими военными. Передаем генератор. Благодарность пастору Рамунасу и всем жителям Литвы за то, что помогаете украинской армии. Вместе мы сила. Большое вам спасибо. Слава Украине, хлопцы! Слава!